Ребята, смотрите, это самый защищенный дом карапуза. Там даже есть ловушка, которая сама по себе открывается и закрывается. То есть к нему, по идее, не пробраться. Но есть у меня один способ, и я сейчас это сделаю. Как? Чё, откуда звук? Не... Арбузкин, ты что тут делаешь? Эй, подожди, стой. Я с тобой не пойду, ты мне все закосячишь. Я должен тихо пробраться. Так, карапуз идет, давай за дерево, встань сюда. Чуть не надо, Арбузкин. А почему два карапуза? Один большой и один в окне. Подожди, какой еще карапуз в окне? Блин, мне показалось, что он сейчас смотрит прям за нами. Я не знаю, это, кажись, картинка карапуза. Так, Арбузкин, смотри. Чтобы он от меня отстал, надо ему дать какой-то челлендж. Я вообще только что танки заметил. Короче, Арбузкин, я даю тебе 3 попыта, если сделаешь вот так, смотри. Вот так вот. Блин, Арбузкин, получилось. Держи 3 попыта, как я тебе и обещал. Алло, жене звонят. Давай, давай, иди, иди, Арбузкин. Я же говорил, ребят, его нужно как-то отвлекать, чтобы он ушел. А еще, если вы поставите лайк, то он придет на целую серию ко мне. Он просто очень много лайков просит. Он очень любит лайкосы. Поэтому, ребята, сделайте прямо сейчас, поставьте лайк, а я пробираюсь в дом карапуза. Смотрите, я вот здесь вот вскопаю, ребята, и мы спокойно с вами пройдем. Смотрите, тадамс. У него можно по заднему дворику зайти просто сзади дома. Это же гениальный способ. Сейчас мы это сделаем спокойненько вообще. О, я чуть не упал сейчас. Вы тоже сейчас испугались? Поставьте лайк, если испугались. Это ловушка, блин, офигеть. Ребят, ну это вообще неожиданно. Так давайте мы смотрите, как сделал. Тут барьеры, зараза такая, карапуз. Ладно, кажись, нам придется паркурить здесь немножко, ребята. Такого я вообще не ожидал. Еще прям сюда нельзя зайти. Капец, он барьеры поставил здесь специально, кажись. Еще и эти блоки меняются. Вот это сейчас капец неожиданно было. Ладно, ребята, сейчас мы все пропрыгаем. Все будет нормас. За это вам нужно подписаться на мой канал, лайк поставить прямо сейчас. Давайте сделайте это. Даю вам 3 секунды, чтобы вы подписались. Потому что кто не подписан, теряет вообще огромную возможность смотреть такие топовые ролики, как я у кого-то что-то краду. Давайте, ребята, подписываемся прямо сейчас. 3 секунды. Еще можете написать в комментарии: охрана в доме. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, в комментарии можете написать, у кого украсть попытку у следующего. Сделайте это, ребята. Подписывайтесь. 3 секунды даю. 3. Охрана на заднем дворе. 2. Блин, мне нужно спрятаться. 1. Все, секунд нет, ребята. Ребята, реально охрана на заднем дворе. У него стоят датчики по всему дому, ребята. Я придумал, что сделать. Сейчас. Я не могу пробраться к нему домой, потому что сразу же об этом напишется на весь экран. Сейчас. Мы с этим охранником разберемся. У меня тут есть лопата. Сейчас мы с ним кое о чем поспорим. Здравствуйте, дядя охрана. Извините, пожалуйста, стойте, не стреляйте. Стойте. Спорим, я вас сейчас ударю. Ой, а как это так вышло? Как так получилось вообще? Я его вырубил, ребята. Но прежде чем я зайду в его дом... Охрана идет на задний двор. Ой. Встаем. Вещи мне скидывай быстрее, как я тебе просил. Давай. Немножко, ребята, я тут промышляю делишки, конечно, одни. Ага, за пистолет отдельное спасибо. Так, стоять! Куда? Назад! Он здесь, поймайте его! Так, помолчать! Все, ребята, спокойно. Теперь он разговаривать не может. Теперь тихо, ты больше не говоришь ничего. Да, ну, примерно только так и может говорить. Все, давай, иди отсюда. Только попробуй в дом припрыгать, я тебе сразу вот этот пистолет, как бы, ну, на тебя нацелюсь. Давай, пошел. Так, ребята, хорошо, теперь у меня есть одежда полицейского, вы посмотрите, да я настоящий полицай. Ну, немножко пришлось раздеть его, ну, с кем не бывает, как говорится. Все, ребят, блин, классный у него тут бассейн, можно прям нырнуть. Но нам не до этого, ребят, смотрите, как только я сейчас зайду в дом, сразу же появится надпись, что якобы охрана в доме. Хотя на самом деле нифига я не охранник, ребят, смотрите. Оп, уже в дом зашел. Охрана в доме. Я же говорил, ребята, все вот это заделываем. Очень быстренько. И теперь мне нужно отсюда выбраться. А че так? Можно что ли было? У него прям везде какие-то секретные тут ходы. Слушайте, какой у него классный геймерский стул. Это мы можем с вами украсть, смотрите. Мы его сейчас просто унесем. Ой, не понял. Мистер Карапуз, здравствуйте. Я ему пишу, я тут делаю перестановку, как бы, вы же не против. Сколько ждать? Я за что тебе бабки плачу. А что ждать? Куда? Куда он меня ведет, ребята? В смысле, что ждать? Блин, кажись, у полицейского было какое-то задание. Я тебе куда сказал этот камень переложить? Какой камень?
Камень бесконечности. Для перчатки. Вот у меня перчатка и есть два камня. Но эти два камня мне ничего не дают. Мне нужны другие камни. А вот этот красненький... Ой, быстро переложил. Я как... Хорошо, хорошо, босс, хорошо. Переложить камень, значит. Сейчас мы его переложим, ребята. Давайте заберем этот камень. И, конечно же, я его никуда перекладывать не буду. Слушайте, у него тут так много комнат. Даже бильярд есть. Офигеть. О, смотрите, самый маленький сундук. По-любому там... ФБР в доме. Блин, ребята, какой ФБР нафиг? Вы даже не представляете, что это за диски. Я вам сейчас все объясню. Только для начала... Ой, здрасте. Салют, коллега. Вы хотели, наверное, сказать коллега. Понял, понял, понял. Салют, коллега. Да-да-да, здрасте, здрасте. Ребят, смотрите, тут есть еще ящики, и я нашел попыты. Наконец-то! Офигеть, какие клевые ребята. Вы посмотрите, во-первых, ананас попыт, да, как мой сервак в Майнкрафте. А еще iPhone 13 Pro Max попыт, зыркайте. А ты что тут делаешь? Как это что делаешь? Ты же должен секретку охранять на втором этаже в библиотеке. На втором этаже в библиотеке? Ну, которая книгу отодвигает и... И что? Стоп, ты же знаешь, ты точно Игорь? Да, я Игорь, 100%. Только вот, у нас не было никакого Игоря. Ой. Извините. Ой, я еще одного вырубил. Бежим, ребята, меня спалили немножко. Так, через эту же секретку, ребята, выходим. Жалюзи здесь за собой закрываем, чтобы никто не увидел, что я здесь немножко делишками промышляю. Вот так вот закрываем и убегаем отсюда срочно. Теперь я никакой не охранник. Охрана идет на задний двор. Блин, ребята, бежим отсюда. В эту ловушку я попадаться не хочу, поэтому валим отсюда. Теперь я хочу открыть вот эту перчатку и положить сюда красный камень реальности. О май гад. Посмотрите, вот он, красный камушек. И сейчас... Ты чё меня опять пугаешь, Арбузкин? Ну что ты здесь делаешь? Скажи мне, пожалуйста, а? Просто. Чё, нельзя, что ли? Нельзя, Арбузкин. Иди отсюда. У меня важная миссия, важная операция. Так что я могу делать с помощью этого красного камня? Готовы, ребята? Оп. Арбузкин, ты не обессудь. Ты чего? Арбузкин, что ты? Арбузкин, все нормально. Я тебя найду. Ну, дурак дураком. Вот серьезно. Вот эта арбузная башка, дай пирожка, реально дурак. Ладно, мы сейчас проберемся с вами также через задний двор. Хотя, есть одно место, где можно пробраться в его дом. Сейчас я вам, ребята, покажу. Тем более, я невидимка. Мне можно вообще в абсолют любое место пройти. Можно даже через главный вход. Ой, да, через главный вход мне нельзя пройти. Точно, совсем забыл про это. Но, смотрите, двери открыты здесь. Поэтому, ребята, мы сейчас... Жесть, я чуть не упал в эту ловушку. Я совсем забыл, что она здесь есть. Так, двери не закрываем, ребята. Все хорошо, проходим вот сюда. Везде двери на растопашку. Так это значит, что я могу сейчас вообще абсолютно все украсть у него в дома. Понимаете, через невидимку меня вообще никто не спалит. Смотрите, тут ящики. Тревога. Какая еще тревога? Офигеть, какой редкий попыт я нашел. Попыт спираль, вы посмотрите, какой он клевый, ребята. Это же еще, скорее всего, спиннер. Он еще и крутится. Так, ребят, мне срочно нужно включить невидимку. Все. Ну, потому что если меня спалят, это будет как-то, ну, фигово, знаете ли. Еще попыт спираль. О-о-о, так его так много здесь. Так, в этих ящиках почему-то ничего нету. Хорошо, тогда в этих есть. О, спиральку. Забираем. И это забираем. И это забираем. И все. Тут, кажется, больше ничего нет. Стопы. Вы помните про секретку, которую нам сказали? На втором этаже в библиотеке за книгой. Тихо, тут карапуз. Хорошо, что я в невидимкой. Так, побежали за ним. Второй этаж, библиотека. Нужно ее только найти, ребят. Сейчас мы откопаем у него секретку. Так. Давайте, показывайте, где она может быть. Ну-ка. Карапуз, кажется, в нее идет. Давай, покажи нам, карапуз, где твоя секретная комната? Где твоя секреточка? Давайте, ребята. Че, прям реально? Он сейчас ее включит, смотрите. Серьезно? Да ладно, ребят. И что здесь? Тут сундук мелкий. Так, он ее сейчас закроет. И мы с вами дождемся, пока он уйдет. Он уходит, ребята. И нужно дождаться, пока он спустится на первый этаж. Пока он спускается, я предлагаю вам сыграть кое в какую игру. Вот вам буквы. И из этих букв вам нужно составить одно всего лишь слово. Напишите в комментариях, если вы догадались, что это за слово. Только вы не подсматривайте у других игроков. Думайте сами, своей головой. И пишите коммент. А мы, ребята, с вами откроем вот эту книжечку. Я думаю, можно уже стать видимым. Открываем ее, и, ребята... Арбузкин, я тебя нашел! Красава! Уйди отсюда, Арбузкин, не пали меня! Ладно. Нет, не так же уйти! Господи, Арбузкин!
попыт мороженое и еще один айфон, ребята. Смотрите, еще один мелкий сундук, ничего себе. Тут еще попыты симпл-гимплы. Секретка взломана. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, ничего не взломано, вообще никого нету. 20 охранников в пути. Какие 20 охранников? Бежим отсюда, ребята, бежим, бежим, бежим. По деревьям, по кустарникам мы валим. Потому что, не, я не хочу иметь дело с 20 охранниками. Это слишком много. Ладно бы еще один, я бы лопатой разобрался. Но 20 это перебор. Ребята, я кое-что придумал. Эта перчатка бесконечности дает мне невидимку. Но, знаете, что я сделаю сейчас? Оп, все. А вы что, подумали, что я просто поставил блок земли? Нет же, ребята, это я. Вы что, меня не узнали? Ребят, сейчас я просто пойду к карапузу за блок земли. Вы прикиньте, как он офигеет, что у него дома бегает блок земли. Но это будет максимально незаметно, я вас уверяю. Но будет уже в следующей серии, поэтому предлагаю вам прямо сейчас подписаться на канал, ребята. Кнопка подписаться вот здесь находится. Нажимайте на нее скорее, и тогда вы не пропустите следующую серию. Она будет капец какой эпичной. Подписывайтесь. Увидимся там. Пока.